26 сентября в среду в 19:40 на канале «Томское время» документальная летопись «Слово о силе». Было принято решение запроектировано этот туннельный проход. Представляете, мороз минус 30, а люди работают. Смотрите, как вышел щит. С каждой стороны по 10 сантиметров. То есть вот в этом уникальность его состоит. Таким щитом еще в России не работали. Где-то за мной находится гигантское газовое месторождение, а передо мной путь до границы с Китаем, который составляет около 2000 километров.